Для спасения маленькой кировчанки необходимо 18 миллионов рублей. Кристине Денисовой всего 1 год и 4 месяца. Из них более 5 месяцев девочка проходит лечение в одной из столичных клиник. У нее диагностировали нейробластому 4-й стадии. Это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей. После последнего курса химиотерапии болезнь начала прогрессировать. Медики сделали вывод, что лечение по немецкому протоколу Кристине не подходит, а американскую схему лечения предлагают немногие учреждения в мире. Одно из них – госпиталь педиатрической клиники Барселонского университета. Кристину готовы принять в Испании, но для лечения потребуется огромная сумма – 18 миллионов 600 тысяч рублей. Времени на сбор денег остается совсем немного, счет идет даже не на месяцы. Пожертвовать средства, необходимые для лечения Кристины, можно несколькими способами, которые указаны на экране.